Вы ранее судимы? Нет. Подскажите, за что вы задержаны? Мошенничество. В отношении кого? Женщина. Мошенничество ваше в чем заключалось? Что вы делали конкретно? Сломал деньги. Вымогали деньги? Сломал. Сейчас будем разбираться. Я вернулась. По дороге навстречу вышел мужчина. Андрей, мужчина был с закрытым глазом. Выходит навстречу мужчина, показывает мои деньги. Все, он, покажите вы свои. Пойдемте в сберкассу. Нет, показывайте.